Я їх люблю. Безумовно, свою дружину. Мої діти, головні люди для мене. Не часто бачу. Батьки, їх зовсім не бачу. А дружиною пишаюсь дуже сильно. Знаєте, чим отличається Зеленський від Путіна? Тим, що Зеленський обсуждає зі своїми людьми свою личну життя. Потому что Зеленский, его дети, его дружина, его батьки такие же, как и остальные украинцы со своими детьми, дружинами и батьками. Понимаете, это единое целое. А Путин для вас не ваше целое. Вы не Путин, и Путин это не вы. Что там происходит там в его там дачах или там подземных замках, или где живут его любовницы, или там какие-то его там, не знаю кто. Это вообще вас не касается. Это вас ебать не должно. Это же царь, это же фараон, это же боженька. Его ноги, даже говно. Я клянусь, что если бы говно положили на прилавки, к этому говну бы потекли просто миллионные очереди. Прикоснуться, лизнуть, положить головку, потрогать пальцем, растереть там, не знаю почему. А вот человек, он показал, где он спит, он показал свою кровать, он показал подушку, показал наволочку. Он просто человек, понимаете? Вы сравниваете червяка, о котором вы ничего не знаете, с человеком, который абсолютно прозрачный по каждому году жизни. Где он родился, в какую школу ходил, где его одноклассники, где училась его жена. Единственная, единственная жена, которую он любит, кохает, которая его любит, кохает. И это не секрет ни для кого. Слава Украине!